отгремел наш фестиваль в Петропавловской крепости, празднование 20-летия Карельона Санкт-Петербурга. И самая активная точка карельонной жизни в стране переместилась сейчас в Белгород. За мной вы видите младшего братика нашего петербургского карельона. Белгородский инструмент, видите, он мобильный. Он стоит на собственном карельона-мобиле. И фестиваль «Белгородский звон» – это в нашей стране единственный передвижной карельонный фестиваль. Он начался 3 дня назад в городе Белгород. Вчера тоже были концерты, и сегодня мы приехали из Белгородской области в город Губкин, чтобы продолжать здесь этот фестиваль. Что ж, я думаю, это прекрасная возможность отправить из Белгородской области поздравления нашему карельону в Петропавловскую крепость. В Белгородской филармонии работает прекрасный музыкант Тимур Халиуллин. Как все русские карельонисты, поскольку у нас единственное место в стране, где можно учиться на карельониста, это кафедра органа, клавесина и карельона Санкт-Петербургского государственного университета, Тимур ее тоже окончил, как мы все, и он в Белгородской филармонии работает солистом, органистом и карельонистом. И в рамках нашего цикла видеороликов о карельоне я хочу показать вам что-то совершенно необычное. То, что даже технически невозможно на нашем инструменте в Петропавловской крепости. Это будет ансамбль карельона, органа и панфлейты. Передаю огромный привет из Белгородской области петербургскому карельону. Здесь, в Белгородской филармонии, у нас есть младший братик петербургского карельона, той же самой фирмы «Петит и Фрицен», который радует слушателей уличными концертами. У меня есть большая мечта когда-нибудь соединить 2 родственных инструмента, приехать в Петербург из Белгорода с нашими колоколами и создать такой семейный дуэт. Я надеюсь, когда-то это состоится, ну а пока с юбилеем, петербургский карельон.